Из Перми в Кунгур автостопом. Вот так табличка сработала. Какую скорость способна развить бревно? Я поехала на ней! Сколько лет можно сбросить в Кунгурской пещере за пару часов? Здесь 80 метров толщи земли над нами. И чем готова удивить Пермь? Я считаю, что арт-объекты вызывают эмоции. И у тебя она так иначе появилась. Пермь-Кунгур. Два дня бесплатного путешествия. Круиз-контроль. Совет на выходные. В субботу в 9:45.